Да, там Лига Нации волейбольная. Там на 5 дней. Она уже идет в Дивсе, мы в секторе Б будем играть. А, то есть там же получается? В этом же дворце. А, слушай, ну клево. Во вторник, и если понадобится, в среду. Ага. Ну, круто. Круто. За вот это Лига Нации. Я могу тебе там еще и матч провести. Это не ко мне. Если ты договоришься. Ты че? Все минуты! Понятно. Сбербанк страхование и Нарде сейчас играют. Нарде в синих майках, для них это первый матч. Сбербанк страхование в форме белого и зеленого цветов. У Сбербанк страхование сегодня две игры. Уже состоялось 1-6. Поражение от Русал. И 0-7 проиграли они Московскому кредитному банку. Ну и сейчас Нарде, который находится во втором дивизионе на четвертом месте. 2 очка за счет 2 ничьих. Ну, где 27? Наверное. Они двоих одно. Нарде можно назвать отличным, практически оптимальным в данной ситуации соперником для Московского кредитного банка. Эти команды уже встречались в нынешнем сезоне, тогда 2-2 была зафиксирована ничья. Вот одна из двух ничьих. Наршивочников там не с первой попытки сумел подняться. Ну и сейчас как-то очень тяжело передвигается. Видимо, дернул мышцу. Ошибочников сразу можно было делать пас вперед. Но вот сейчас состоялась эта передача. Какой-то невероятный провал у Сбербанк страхования сейчас в обороне. Там 3 человека остались. Вообще не стали возвращаться назад. Тайм-аут. Неожиданно. Прям в самом начале. Нардия, походу. А кто тайм-аут сделал? Минут счет не открыт. Вот сейчас отодвинутые все игроки на положенную дистанцию. У Сбербанка мяч остается пока. Ну,
Нарде при каждой возможности наносит удар. Вообще не важна дистанция, угол. Фол. Человека. Пул получит прострел под удар пяткой. Действительно интересный розыгрыш. Спасибо. Четверть матча уже прошла. Это шанс для Сбербанка. Помнится, они уже со стандартов забивали в этом сезоне. В этом сезоне Сбербанк, в отличие от Нарде, одерживал победы. Три положительных результата у Сбербанка в этом сезоне. Сейчас пока темп игры сбился, можно рассказать, где были добыты основные очки. Две победы над Метлайфом, 2-1 и 1-0, и победа 2-1 над РТРС. Еще ничья с HSBC, неожиданно, 2-2, и ну вот та ничья, о которой мы говорили, с Нордеа, тоже 2-2. Ну тут-то да, и в куртке не жарко. А? Он говорит, в куртке не жарко, да. Тоже заметил. Зимой девочки. Прихват Нордеа. Ошибочников отлично исполнил роль столба. В хорошем смысле, в футбольном этого слова. Технично и красиво. Шивочников теперь в роли разыгрывающего.
Вот один из немногих опасных моментов. В первом тайме борьба в основном в центре поля происходит. Минута осталась. Хорош! Моментище сейчас у Шкеля. Снова Шкелич технично действует. И пробить сумел. На этом заканчивается первый тайм. Пока без забитых мячей. Еще 10 минут будут встречаться Нордеа и Сбербанк, страхование. В первые 10 минутки мы забитые мячи не увидели. Одно нарушение правил свалил Сбербанк, и тайм-аут брала Нордеа. Игра рукой, но здесь желтая обязательно. В первом тайме тяжело отдать предпочтение одной из команд было. И сказать, кто был сильнее, интереснее. В основном, как мы уже говорили, вся игра в центре шла. До этого мы много видели матчей, где снаряд в центре вообще не задерживался. Так что такие игры тоже нужны для разнообразия. Отличный заброс. Прием, удары здесь, защита. Три в два продолжается атака Нордеа. Попал защитник своего, и ворота в неприкосновенности остались. Своего имеется в виду вратаря. Ошибочников пошел со скамейки подсказывать своей команде, как действовать, и делает это довольно эмоционально. Последний.
неторопливая атака у Сбербанка получается. И Снарде не пришлось даже особо прессинговать, чтобы ее прекратить. Сбербанк всем составом сейчас в атаку пошел и мог на контратаку нарваться, но здесь Нарде не хватает того натиска, который мы привыкли видеть в прошлых сезонах. Возобновляется тактика дальних ударов. Не самый событийный матч, но вот заставляют нас проснуться только вот такие редкие выстрелы. Кель далековато мяч отпустил. Вратарь элегантно переброшен сейчас был. Штанга помогает Нарде. Заигрался сейчас защитник, но уже надо вынести мяч, чтобы этот пожар прекратить. Очередная волна. Так, Нарде. Снова через дальний удар. Все надежды на рикошет. Ну или на то, чтобы потом со стандарта забить. Нашивочника, а тут штанга на этот раз помогает Сбербанку. Ну, по штангам 1-1. Отбор мяч остался у Сбера. Высоковато. Даже для такого высокого игрока. Последняя минута. Один забитый мяч.
принесет 3 очка. Прошла передача, мяч в руках вратаря. И вот уже голкипер Нардеа пошел вперед. Все. Пошел вперед, заработал преимущество в атаке для своей команды. И Нардеа все-таки забивает. Ну что ж, видимо, быть первой победе Нардеа в этом сезоне. Счет 1-0 за 33 секунды до конца. Тайм-аут берет Сбербанк. Три секунды нужно доиграть. Ошибка в передаче. Нельзя сказать, что Сбербанк слишком торопится. 22 чистые секунды — это довольно много. Не дошел мяч сейчас до капитана. Шкель, удар. И второй гол сейчас можно забить. Или можно было просто с мячом постоять на краю поля. 10 секунд. Четыре секунды. Все. Время вышло. 1-0.